Привет, друзья! Домохозяйка – это самая такая сложная работа. Делаешь, ничего не видно, все стоит на месте, и дела не уменьшаются. Как проходит мой день? Вот, допустим, сегодня полила цветы на окнах, в основном они у меня здесь на стеллажах. Вчера в кухне мыла потолки, стены. Сегодня пойду в спальне мыть. Ну, а потом еще дальше чем-то займусь. Ну и, конечно, кухонной работы никто не отменял. Обычно я убираю дома с химией. Для пола средства. Обычно беру или Глорикс, или Мистер Мускул. Кстати, Мистер Мускул, мне нравится там что-то с хозяйственным мылом. Такой вот флакончик. Запах такой приятный. Ну, в общем, все. Добавляю еще дезинфицирующее средство. Уже химии задушилась. А вот решила попробовать добавлять воду, масло ароматизированное. Я вчера так в кухне мыла стены, потолок. Сегодня вот перешла в спальню. Хочу протереть стены. Вот. И вот мне понравилось. Я добавляла масло герани. Прям запах такой приятный, розой пахнет. Я, кстати, в аптеке перенюхала целую кучу. Очень нравится мне запах лаванды. Масло не понравилось. Как пахнет жасмин, то же самое. Иланг-иланг. Ну, в общем, из всего меня привлекла герань. Потом еще хочу попробовать апельсина или мандарина, что-нибудь такое. И вот стены протираю сейчас вот с этим маслом. Мне понравилось. Помыла в спальне стены с добавлением масла герани. Запах хороший. Сейчас здесь помыла еще стеночку с посудой. В общем, у меня такой уборочный день. Я поменяла работу, и теперь практически каждый день я дома. Ну, я хочу сказать, дел меньше не стало. Целый день вот возишься, работы не видно. Ну, а сейчас вот села немножко отдохнуть. Тут вот у меня стоят коробки с посудой. Приготовлены они для разбора. Но стоят уже давно, руки не доходят. Посуда такая старая, Советского Союза. Вот хочу вам сегодня чайнички показать. Это не просто чайнички, а там в коробках сервизы с этих чайников. Сервизы разные, и не все это еще. Там еще штуки три, наверное, чайника. Ну вот хотела вам показать так. Посуда Советского Союза, да? Вернемся в прошлое. Мне вообще очень нравятся чайники старые. Очень много новых, красивых, модных. Но вот прелесть, мне кажется, вот в этих старых чайничках. Вот такой сервиз есть. Сахарницы я хранила, там стоит в кухне. Сахар-рафинад в ней, в такой вот сахарнице с цветочками. Вроде бы самый обычный, да? Это был не из дорогих сервизов. Ну вот, такие вот цветочки. И сам вот чайник, форма чайника. Так и хочется с него выпить чаю. А вот этот сервиз мне очень нравится. Маки. Вот здесь такая широкая горловина. Крышка большая такая. Удобный такой чайничек. Но я с него чай не пила, честно говорю. У меня есть чайник мой походный, мне сестричка подарила. Вот я в нем завариваю. Ну, вот этот красивый же, красивый. И сервиз очень красивый, чашечки с маками. То же самое, не из самых дорогих, но приятный глазу. Ну, вот такой сервиз есть. Этот, конечно, поблагородней. С претензией на такую красоту. Перламутровый. С рисунком. Там вон кавалер даме что-то играет на гитаре. И вот такая вот крышечка. Ну, такой сервиз в коробке. Не разбирала еще. Потом буду разбирать, покажу. Очень красивые чашечки, блюдечки. Вот такой. Не знаю, удобно с него пить или нет. Это, так сказать, сервантный вариант. Вот
перламутровый сервиз. Ну, я не хочу сказать, что здесь что-то такое прям супер-пупер красивое. Ободочек такой вот коричневый. И на горлышке тоже такой вот коричневый ободочек. Сам сервиз перламутровый, без всяких рисунков. Ну, вот форма чайника, конечно, такая красивая. Изящная, будем говорить, да? А вот еще... Ну, это даже больше кофейник. Кстати, очень интересный сервиз. Там такая вазочка на ножке. Вот эти вот, такой вот какой-то он, знаете, нету, конечно, этого изящества, этих красивых цветочков. Вот этот какой-то грубоватый рисунок. И здесь нарисован всадник. Вот золотом нарисован всадник. Или конь. Нет, конь, пегас. А я говорю, всадник. Крыло приняло за человека. Ну, вот такой необычный сервиз. Какой-то такой, видите, шапка у него как... Вверх как шапочка какого-нибудь татаро-монгола. Такой вот необычный рисунок такой вот грубоватый. И сам сервиз. Чашечки, блюдечки. Ну, вот как-то он такой... Необычный, будем говорить. Там вот вазочка такая, на такой толстой вот подножке, что даже сразу не поймешь, что это и для чего это. Это вазочка на такой вот толстой ножке. В общем, сервиз не просто состоит из, вот, из чайника, там блюдечек, чашечек, а еще там вазочка. Вот у меня еще есть сервиз, но все это в коробках, а здесь только вазочка с сервизом. Мне она так нравится, я ее вытащила, поставила. Сейчас я вам покажу. Прям очень такая красивый такой сервиз. Самый мой любимый. Вот она вазочка из сервиза. Сервиз очень большой. Много предметов. И вот этот рисунок такой нежный, красивый. Мне очень он нравится. Ну, часть таких чашечек не пьем. Пользоваться только вот чайничками там или молочниками. А из таких чашечек уже давно не пьем. Блюдечки в пользование брать не хочется, сервиз разнить. Ну вот, так он и остается парадно-выходным. Вот, немножечко с вами поностальгировала. Вот на маках и на крышечке вот рисунок. Вот нравится очень мне этот сервиз с маками. Вот так. Небольшая экскурсия в прошлое. Посуда – это напоминание о том времени, когда... Вся семья могла попить чай с сервиза. А сейчас по одному галопом. Пакетик сунули, да? И побежали дальше. Или кофе растворимого насыпали. И дальше побежали. Ну что? Вот такой у меня сегодня день. День такой уборочный. А сейчас продолжение моего дня будет на кухне. Всего вам доброго. Красивой вам посуды. Приятного чаепития. Пока-пока.